Ульяновск присоединился к всероссийской социальной кампании «Твой ход, пешеход». Основная цель акции – снижение числа ДТП на дорогах, а также профилактика безопасности дорожного движения. О статистике и мероприятиях говорили на тематической пресс-конференции. По итогам 8 месяцев 2023 года на территории региона регистрируется снижение числа погибших на 42%, раненых на 0,4% незначительно. И по количеству ДТП, возросло на 2 с небольшим процентом, 2,3%. Важнейшим фактором безопасности дорожного движения остается качество дорог и дорожной инфраструктуры. В регионе обновляют камеры фото- и видеофиксации, устанавливают новые дорожные знаки, ремонтируют дороги. В этом году мы запланировали ремонт 67 участков автомобильных дорог, которые проходят по территории всего нашего региона. Из них 10 участков непосредственно в областном центре. Если исходить из общего процента выполнения работ, которые мы перед собой поставили к реализации, значит, он составляет уже более 90%. Задача наша совместно с городскими властями, с муниципальными образованиями, которые находятся на территории нашего региона, завершить эти работы к середине ноября. Большой вклад в обеспечение безопасности на дорогах вносят сотрудники ГИБДД и дирекции безопасности дорожного движения. Они регулярно проводят встречи со студентами, школьниками, детьми в детских садах. Кроме того, в регионе действуют отряды юных инспекторов дорожного движения, которые являются примером для сверстников. Совместно с сотрудниками госавтоинспекции мы напоминаем юным участникам дорожного движения об основных правилах безопасного поведения на дорогу, о необходимости убирать гаджеты, отвлекающие внимание пешеходов, а в темное время суток использовать светодвижущие элементы. Также мы проработали безопасный маршрут «Дом-школа-дом» с учащимися начальных классов. Также на совещании поговорили и о дорожно-транспортном травматизме, который составляет 5-6% от общего числа травм, полученных другими способами. Несмотря на низкие показатели, подобные травмы отличаются особой сложностью. Социальная кампания «Твой ход, пешеход» реализуется по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кирилл Савосин, Марат Мигдиев, УПРАВДА ТВ.